Всем привет! С вами я, Марси Джей, и сегодня я хочу рассказать о фильме «Поющий под дождем». Снят он в 1952 году. Режиссер Стэнли Доннелл. В нем вы узнаете о зарождении звуков в кино. В главной роли Джин Келли. Это кино про актера Донна, который снимался в немом кино. Но когда пришел звук, у него были большие проблемы. А какие вы узнаете, посмотрев кино? А это самый известный танец из этого кино. Я хочу посоветовать этот фильм всем, потому что он очень красочный. В нем много музыки, танцев и песен. Советую всем посмотреть.